в своей истории. Мадрид 2019. Вот она. Заветная цель. Ванда Метрополитано. Стадион Лужиц. Пеп Гвардиола перед матчем на пресс-конференции сказал, что команде очень нужна поддержка чемпионов, ну или хотя бы за выход в финал. Да, у Манчестер Сити такого в истории еще не было. И вот он, новый вызов. Пеп, рассекая волны, стремится к финалу Лиги чемпионов. Что скажет Шальке? Мягко говоря, экспериментальное сочетание в обороне. Да, может сыграть Данила в центре, а может сыграть и Уокер. Рык из Хорватии. Вот такая вот фамилия. Дополнительные судьи за воротами. Николя Дано. За воротами, прошу прощения, привык играть Доминика именно по такой оборонительной или где-то даже вариативной, скорее, схеме. Шальке создаст серьезные проблемы. Особенно учитывая то, что первая встреча завершилась со счетом 3-2 в поле. И Эмерик Лапорт с номер 14. Лука Гюндоган. Восьмой номер. Подача штрафа. Ну, мяч в руках у февраля. Это выбор болельщиков клуба. Александр Зинченко можно только поздравить с тем, что все большую роль... Сборной Украины. Евгений Коноплянко, Александр Зинченко. Да, действительно так и есть. Зинченко сейчас сделал передачу очень хорошую на Зенкиркине. То у Илкая Гюндогана несколько иная история. Пока же Сане зарабатывает, получает мяч, развивается атака правым флангом. И дальше подача, и мяч смахивает с Бернарду Силвы. Ну, кстати, Лерой Сане делает передачу на Зинченко. Тот вот так решил прострелить штрафную, передачу перехваченные шансы. Наверное, до конца все понимает только Доменико Тедеско, если у него был обстоятельный разговор с руководством. В Сити на этой позиции он появлялся крайне редко. Но на повышение пойти. Штрафной удар, подача в штрафную. Вот момент, кажется, у Лероя Сане. 4 недели сегодня, поэтому справа играет на бровке Уэстон Маккенни. Сане в матчах играл Александр Нюбель, но сегодня дал как раз Ферману шанс ТДСКО. Стерлинг, передачу сделал рикошет. Попытка пробраться на чужую половину поля, но атака остановлена. И может получиться очень хорошая контратака Шальке. В центре поля, в Тоттенхэме, они одно время формировали связку опорных полузащитников, но правда это был... Ну, и Коноплянко, и Мбуло могут убежать, да, это скоростные футболисты, ну, а Бургшталер это звезда. А вот план тренеров Тедеско. Гвардиола, кстати говоря, еще в прошлом ставке. Ну, это опыт. Доминик Тедеско всего 33 года, а Рахим Стерлинг врывается в штрафную, передача, и вот он должен. Или Стерлинг, это еще, если бы сейчас мяч оказался в сетке, игра взяла бы паузу. Смотрели бы. Очень трудно было сказать, кто был ближе к воротам Стамбула. Сане на углу штрафной, падает на газон, но кажется, что там ничего криминального не было. А здесь все-таки фол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. После свистка Лиги чемпионов, если помните, и забивал, кстати говоря, на Уэмбли ворота Баварии. И был близок к тому, что... Справа здесь Стерлинг получил мяч от Уокера. Неточную передачу сделал на Бернардо Сильву, и в итоге Бернардо... Коноплянко. Любит он смещаться с фланга в центр и бить издали. Но в данном случае предпочел продолжить атаку через пас. Атакуйте, потому что все защитники центральные высокие у Шальки здесь, штрафной. Но для этого мяч сначала подобрать надо. Тут по-прежнему... Первые голы за долгое время, имею в виду, не совсем первые в сезоне. Заброс на Бургшталера, он должен вверху борьбу выигрывать, но... Кенни... Он смещается в центр, чтобы делать дальше. Перевод мяча туда в штрафную. В команде Рафа Бенитес перед той игрой. Он сказал тогда: ребята, вы пропустите. Вы совершенно точно пропустите. И все эти перемещения на короткой дистанции, конечно, незначительные. Ну, кажется, 30 метров. Бокер, самый быстрый защитник английской премьер-лиги. Да, от него далеко не уйдешь. Ошибка, простреливает. Нет. Ситуации Шальке пока не преобразовал в реальную атаку. Мне кажется, это говорит в первую очередь о той осторожности, чтобы догнать этот мяч, достать до него. Момент опасный. Хватает за плечо соперника сейчас Коноплянко. С этого матча позади. Зинченко забрасывает мяч в штрафную. Здорово, может быть. Скидка могла бы получить. Зинченко здорово здесь нашел рывок Серхио Агуэро этой передачей. Ну, конечно, Агуэро должен был делать. Вернулся Агуэро. Передачу сделал. Гюндоган забросил штрафную, а там что? Пенальти. Тема видеоассистента тренера. А здесь Джеффри Брума прихватил за грудь Бернардо Сильву, который до этого мяча, скорее всего, не добрался бы. Но, тем не менее, у него уже есть. И советовать ничего мира, судей не надо. Перед чемпионатом мира. Все-таки вопрос. Посмотрим, Агуэро. Итак, Эль Кун. Разбег. Браво, волшебник! Серхио Агуэро. 24-й гол Агуэро в этом сезоне и 4-й, прошу прощения, в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Да, вот это уверенность, вот это хладнокровие. Поминку исполнил Серхио. Поминку, и Ферман, смотрите, прыгнул влево от себя угол, но очень быстро понял, что не угадал. Все по классике сделал
Аргентине первым ударом в створ. Ох, в этом матче. Момент. Пока же Агуэро в штрафной площади. Агуэро! Второй удар в створ. А сейчас контратака Шальке. Справа Эмбуло. Это Стамбули пошел вперед. Удар поворота. Да, вот на штрафной. Пяткой передача на Агуэро. Удар поворота. 2-0! 25-й гол в сезоне и 5-й в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Эль Кун брависсимо! Как он нашел эту лазейку? Ну как он туда мяч протолкнул? Объясните же мне, пожалуйста. Фантастика. Серхио Агуэро. 5-й гол его уже в 5-м матче Лиги Чемпионов. Это... Гол! Гол засчитан. 2-0. Да, кажется, что проиграть Сити на выезде не зазорно. Еще один голевой момент и еще один гол. Но проиграть не зазорно с каким счетом? Если здесь будет разгром, вероятно, отставка случится уже после манчестерского матча. А пока 3-0 в пользу Сити на 43-й минуте. Ну что, все очень плохо. Да, для Сити, для Шальки, для Сити, наоборот, все просто прекрасно. И команда уже, я думаю, двумя ногами в четвертьфинале. Передачу Зинченко делает из глубины. Нет офсайда у Сане. Хайдля, может быть, уже и после этого матча на следующий день опять. Ара, Саров. Ну, в общем, популярная фамилия. Сане — это сенегальская фамилия, да? Сане — сенегалец. Бернар Сильва вот здесь, справа. Но играют без него. Это Стерлинг. Удар поворотом на этот раз Ферман. Извлек. Уже истекли, но есть еще время у Манчестер Сити организовать еще одну атаку. Сильва отыграл назад. Нет, только голубой цвет. Но, тем не менее, футбол есть футбол, всякое бывает, и чудеса в жизни случаются. Первый пока Сити атакует Стерлинг у линии штрафной, передачу делает на Лероя. Сане тот бьет с левой ноги, попадает. Бок нет в матче, поэтому мы не можем узнать, будет ли футболист Манчестер Сити. Показан горчичник. И, кажется, это была лазерная указка, которая попала в лицо. Я тоже задался вопросом, что это было красное на лице. Да, почему бы нет? Мурич, 49 номер, но это вратарь запасной, он на поле сегодня не появится. Пришел и резервный арбитр, он должен проследить за тем, чтобы кровь была остановлена. И вот еще один очень неприятный момент. Блокировать. Винсент Компани. Значительно. Тренерского штаба сборной Бельгии рассказывали, как перед чемпионатом мира в России Винсент Компани заброс за спину защитником выполнил. И снова Маккенни не удел. А Стерлинг открывался на... Пока еще одна атака Манчестер Сити. Сане входит в штрафную. Удар поворотом. Неточный. Передача из глубины на Бургшталера. Тот в касание делает пас на Брейзу. В составе Шальке. Сане. Выход 1-1. Сане. 4-0. По Тедеско. Да. Да, офсайд. Доменико в прошлом сезоне. Хорошо видно, что коленом и голеностопом правой ноги Лерой Сане все-таки залез. Поэтому будет знак. Да, это урок на будущее. Прострел. 4-0. Теперь уже, наверное, гол не отменят. И тем не менее, Эльвин отменяет. Что ж это такое? Как Леонид Слуцкий говорит о том, что теперь, после того, как появилась технология ВАР, очень трудно сразу начать праздновать гол. Нужно подождать немножко. И также теперь и комментатору, прежде чем сказать 4-0, нужно немножко подождать. Кажется, не было офсайда. Я тоже думаю, что нет, потому что я сдержался Стамбули. Да, Стамбули выставил ногу и, на мой взгляд, свой обновить. Персональный, да, можно побить, действительно. Обыграли Шахтер 6-0, можно и Шальке тоже. Ждем этого повтора. Перевод мяча на правый фланг, штрафной Маккенни, Маккенни! Простреливает, и нет углового. В Манчестер Сити, а до этого был воспитанником Кардифф Сити. И, собственно, им и является. Когда увидит, да, как он выглядит, немножко удивится. Но он нечистый, валяется, забирает Ферман мяч в руки. У него мало. Ситуацию Сити не собирается отдавать сопернику мяч. Чуть сильный получился от передачи. Тем не менее, аплодисменты из команды Ю-17. Выиграл чемпионат мира. За что и был удостоен. Его была молодежная сборная Англии, за которую, собственно, сейчас продолжает выступать. Ну и, как я уже говорил... Подан. Стамбули против него, но здесь мы видим, что, конечно, Гюндоган. Заброс мяча вперед, и в последний момент Зинченко смещается в центр. Регулярно он это делает, выступая на позиции крайнего защитника. Замена для Пеп Гвардиолы в этом матче. Эдерсон спокойно забирает мяч в руки и тут же начинает контратаку. Полуфинальные пары будут определяться, вот в чем дело. Сане, передача назад, удар! Пас Лероя Сане, великолепное завершение Бернардо Сильвы.
Спидвей. Да, красиво, как всегда, все изящно, элегантно, легко и просто. Так кажется, по крайней мере, со стороны. На самом деле, это, конечно, мастерство, ну и уровень сыгранности. Еще одна классная передача от Саши за спиной защитником Шальке. Ну, вот здесь офсайд. А манчестерский... Винченко Сане открывается впереди. Фоден! И это 6-0, повторение счета матча против Шахтера. Против Шахтера, прошу прощения. Матч против Шахтера, действительно. Фил Фоден забивает 6-й гол. Крупнее, чем 6-0, Манчестер Сити в Еврокубках не побеждал. Сейчас есть такая возможность. Куражится в матч против Шальке Манчестер Сити. Фил Фоден, который вышел на поле уже относительно давно и, в общем-то, до сего эпизода ничем не запомнился. Но вот здесь плохо, правда, там поменялся тренерский штаб. Может быть, за время паузы на сборную что-то удастся. Бэт Сити, Бернардо, под удар передача. 7-7, это рекорд. Манчестер Сити бьет собственное достижение по результативности в матчах еврокубковых турниров. 7-0, такого еще не было. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 18. В зависимости от того, как команда будет играть, потому что получили 4 от Вердера, получили 7 сегодня, 2 поражения.